Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем пирог из песочного теста с вареньем. Можно использовать варенье, можно использовать повидло. У меня яблочное повидло домашнее. Рецепт песочного теста вы найдете под этим видео в описании. Нам понадобится одна часть теста, которая находится при комнатной температуре, и небольшая часть теста, скажем, 1/3 его часть, которую мы предварительно положим в морозилку. Этот пирог делается очень-очень просто и очень быстро. Значит, мы берем с вами любую форму, квадратную, прямоугольную, круглую. У меня круглая. Застилаем пергаментом нашу форму. Подготовленную форму мы выкладываем наше тесто и разравниваем его по форме. Распределяем равномерно, делаем небольшой вот такой бортик, чтобы наше варенье не вытекало при выпекании. Второй этап у нас — это наше варенье. И распределяем его по форме. И последний этап приготовления нашего пирога – это оставшуюся часть теста нужно натереть на терке. Натираем на крупной терке оставшуюся часть теста, равномерно тоже распределив по поверхности. Вот так выглядит наш пирог. Мы его отправим в духовку на 200 градусов, примерно на полчаса. Отправляем наш пирог на серединку и готовим 30 минут. Посмотрите, какая красота получилась. 30 минут прошло, достаем наш пирог. Наш пирог очень хорошо поднялся, очень хорошо подрумянился и очень-очень вкусно пахнет. Дадим нашему пирогу немного остыть, затем будем доставать его. Убираем форму. Перекладываем наш пирог на блюдо, либо на дощечку. Можно посыпать его сахарной пудрой. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Пирог получился достаточно мягкий, и в то же время верхняя корочка хрустящая. Варенье наше не вытекло никуда, все на месте. Я рекомендую всем приготовить такой пирог даже на праздничный стол. Гости будут приятно удивлены, и вы будете довольны.